и факел. Факел, факел, факел. Или нет, не факел, а граната, наверное, была, я не знаю. А, ну теперь нам открыли там дорогу. Круто. Осторожненько, ловушек никаких не должно быть здесь. Дробовик не идет, да? Твою дивизию! Ну, значит, нам не сюда. Ну, логично, там же... Так. А там до конца, я так понимаю, нужно, да? Потому что он упадет, нет? Да, я думаю, да. Ну вот, отлично. Ну, блин, ну как всегда. Ё-моё. Ё-того, чё-то я не заметил. А как тут, чё? Тут стрелять-то? Ё! Сейчас мы его заманим сюда. Давай, иди сюда. Давай, давай. Я тебя жду. Тормознутые они какие-то. Ну и хорошо. Вот так вот будем патроны экономить теперь на них. Надеюсь, это на здоровяков тоже работает. Ну, это схема. Мочиловки. Так, ну ладно, давайте. О, а вот и еще одна штучечка. Всего теперь можно идти. А, здесь выйдем. Круто. Контрольная точка. Вот и один. Уже сделали. Так, теперь нам... Теперь туда идти. Подожди-ка. Блин, не успел прочитать, что он говорил. Смотрите-ка, давайте-ка войдем. Сохранимся. Может быть, что-нибудь качнем. Поздравляю с рождением Лили. Мы приветствуем Лили Костелана, с родившей 18-19-59-50 утра. Вес. Так, счастье, родители. Счастливые. Там, Костелан, все. Зашибись. Я рад очень. Но мне это не важно сейчас. Точнее, не настолько важно. Париж. Понятно. Привет. Так, а что у нас там? Один ключ есть. Ну, давайте. Блин. Так. И давайте вот этот. Не, вот этот. Давайте. Ну, тоже неплохо, я считаю. Уже... Офигеть, 5000! Очень неплохо, я скажу. Так. Очень круто. И давайте качать. Это мы только с одной двери насобирали. Ну, в сумму, естественно. Давайте качать. Что будем качать? Давайте оружие посмотрим, что у нас тут. Так, у нас на дробовик идет. Офигеть, множитель урона... Скорострельность. Нет, в запасах давайте посмотрим. Патроны на дробовик. 15000. А, плюс десятка. Это получается 20-ка. Охренеть. Давайте качнем. Так, а для винтовки у нас получается 6-ка будет. 1500. Давайте-ка посмотрим. Взрывчатый болт. Взрывчатка начинает. Электроболт. Так, не, давайте... значит, это мы не сможем качать. Лечение шприцами. Шприцы становятся больше здоровья. Ну, можно, но пока не будем. Так, по пистолету мы... Давайте в запасах посмотрим. Не, давайте мы посмотрим, что тут у нас. Скорострельность. Емкость 7, это нам не нужно. Множитель урона 16000, а здесь 6000. Вот тут, мне кажется, круто бы качнуть, но нету пока что. Так, дальность, время перезарядки. Ладно, запасы. Патроны на винтовку. Давайте-ка. Патрон на дробовик выполнено.
Патрон на пистолет плюс 5. Качаем. И у нас еще 2000 остается. Наверное, стоит. Снайперской винтовки, это, наверное. Плюс один патрон как-то не очень охотно. Но надо начинать качать, я думаю. Ой. Так. Гранаты не надо, шприцы, все. Спички еще можно качнуть, но пофиг, они нам особо сейчас не нужны. Хотя за сколько? 1500! Да ладно, может быть. Так, а шприцы мы сейчас не можем. Давайте спички качнем, в принципе, недорого. Либо для винтовки. Тоже 1500. На один больше. Максимальный сильный запас для пистолета. Так, это уровень 5. Ладно, спички качаем. И все, и уходим во вторую дверь. Так, надо. Ну, контрольная точка есть, ну пофиг, давайте сохранимся. В общем, там ничего не появилось в коридоре. Ну, может, появилось. Ну, постоянно. О! По церкви найдены катакомбы. Ну, это мы уже знаем. Пастор заявил, беспокоиться не о чем. Кто поддерживает там порядок? Рабочие, ремонтировавшие провалившийся пол, обнаружили под церковью Седар Хилл подземные ходы и утверждают, что видели мумии. Священник не пускает церковь. Историков утверждает, что это было бы святотатством. Ну, правильно, зачем их пускать? Так, а тут у нас что? Пропал крест, бригадир стрельбы. Так, видимо, ремонт был почти закончен, так что он вряд ли мог провалиться вниз. Так, ну что, давайте хранители перезаписываем. Да, принимаем. И потом пойдем во вторую дверь.